А теперь к другим темам. Более 130 предприятий различных форм собственности в 2017 году принимали участие в федеральной акции «Надежный партнер». На Кубани она прошла уже в четвертый раз. Традиционно ее организатором выступил «Кубаньэнергосбыт». Мероприятие состоялось при поддержке Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея. Победителей определяли члены конкурсной комиссии, состоящие из членов Совета Федерации Федерального собрания. Среди победителей конкурса оказалось и одно из крупнейших предприятий Славянского района – «Сад-гигант». В администрации Славянского района в торжественной обстановке временно исполняющему обязанности генерального директора предприятия «Сад-гигант» Леониду Рыкову от имени Федерального собрания был вручен диплом победителя федеральной акции «Надежный партнер». Вручение провел директор Тимашевского филиала «Кубаньэнергосбыт» Мадин Беджеше. «Сад-гиганту» удалось добиться высоких показателей в своей номинации по таким оцениваемым в конкурсе критериям, как выполнение договорных обязательств, соблюдение сроков оплаты и использование современных приборов учета электрической энергии на предприятии. Главной целью конкурса, по словам организаторов, является выстраивание полноценного диалога энергетиков с потребителями. Ведь ответственное отношение потребителей к выполнению обязательств по оплате электроэнергии – это залог стабильного и надежного энергоснабжения региона.